внутрішню і зовнішню ситуацію ми сьогодні обговоримо не з політиком, не з експертом. У нас сьогодні поважний, дуже цікавий гіст, керівник Донецького опікового центру і першої в СНД лабораторії з вирощування клітин шкіри, відомий на всю Україну і, мабуть, на весь світ лікар Еміль Фісталь. Ви маєте його пам'ятати, він свого часу врятував новонароджену дитину, яка народилась без шкіри на ніжках, і замість того, щоб ампутувати новонароджену ніжки, як на цьому наполягали лікарі пологового будинку, лікар Фісталь пересадив хлопчикові на ніжки здорову шкіру. Еміль Якович, гордість країни, лікар року 2012-го. Сьогодні він у нас в Донецькій студії. Еміль Якович, я вас вітаю в Донецькій студії. Дуже вам велике дякую за те, що ви погодились прийти, витратити свій час. Ну, насамперед, ви знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні саме медики і лікарі висловлюють дуже багато адекватних і тверезих думок з приводу ситуації, якою вони не займаються, а саме і зовнішньої ситуації в Україні, і внутрішньої. Сьогодні дуже багато говорять про те, що Україну треба об'єднати. Ви живете в регіоні, який зараз досить, я би так сказала, потрапив у хвилю дуже високих антиукраїнських і проросійських настроїв. От як, на вашу думку, потрібно зараз об'єднувати Україну? Можна я буду спілкуватися російською мовою з вами? Звичайно. В отношении об'єднання України идет давно об этом разговор. Меня еще когда-то ваш канал приглашал на встречу элиты Украины с президентом. Ющенко был, и мы обсуждали тогда эту проблему тоже. Проблема, конечно, давняя, проблема очень серьезная. Но давайте обсудим такой вопрос. А кто ее разъединяет? Ведь обычные нормальные люди хотят, чтобы была единая страна. Почему надо ее разъединять? И кто ее разъединяет? Думается мне, что это делают политики. Прежде всего, не должно быть никакого экстремизма в отношении между... Тем более, это одна страна. Это, к сожалению, есть. Противостояние есть, его не должно быть. И в этом плане я могу привести множество примеров. В частности, профессиональных отношений. Мы прекрасно спілкуємося з нашими колегами із Львова, із всіх регіонів, із Западної України, із Тернополя. І у нас замечательні відносини. От недавно приїжджали к нам, у нас була конференція, посвящена лікуванню ран. І було багато, к сожалению, це произошло 20 февраля. Эта конференция, она была запланирована еще 7 или 8 месяцев назад. Но, тем не менее, приехали люди из Западной Украины, несмотря на вот то, что творилось в этот ужасный день 20 февраля в нашей стране. И думается мне, что если не будут нас разъединять политики, то нормальные люди, которые работают, которые имеют патриотизм, а по сути, как можно жить в стране и не быть патриотом, мне это непонятно. И если нас не будут разъединять, то все будет нормально и хорошо. Эмиль Яковлевич, ну вы говорите, что общаетесь со своими коллегами из Западной Украины, и у вас идет нормальный диалог, но согласитесь, что в Донецке очень много митингов и очень много российских флагов. Я понимаю, что там очень много туристов политических, я понимаю, что очень много экстремистов, но все-таки согласитесь, что в самом Донецке есть много людей, которые все-таки выступают за федерализацию. Я не буду говорить, не люблю это слово сепаратизм. Как вы считаете, откуда у донечан вот так много вот этих пророссийских настроений? Или это не так? Это не так. Это не так. Это, опять же, политика. И вы знаете, откуда это исходит. Откуда у нас вообще? Я столько российских флагов не видел за всю свою жизнь. Их привезли сюда. И не было никакого сепаратизма, я имею в виду с нашей стороны, с Донбасса. Не было. Наоборот. Я могу привести много примеров, когда предлагали, что здесь бандиты живут, предлагали колючей проволокой огородить Донбасс. И вы это знаете, и все знают. Но это же политики вообще не должны такие слова и такие говорить фразы. Это же вот что нас разъединяет. В отношении, вы сказали слово «федерализация». Я не понимаю, почему это слово плохое.
Почему федеральная, германская федеративная республика существует? Ну, я уже про Российскую Федерацию не говорю. Почему Соединенные Штаты Америки, в каждом штате своя конституция, свои законы, но это одна страна? Почему не может быть у нас федеральное устройство? Оно самое лучшее, оно самое правильное. И я не буду подробностей говорить, все понимают, что это такое. И нужно к этому стремиться, а не наоборот. Какое-то ругательное слово. Вот недавно Арсений Петрович такие говорил хорошие фразы о том, что мы должны объединяться в том плане, что каждая область, каждый регион должен получать больше, оставлять у себя больше средств на развитие регионов. О том, что, кстати, он это все говорил на русском языке, о том, что, что нужно... Да, и что нужно язык? Регионам. Да, совершенно верно. Но... К сожалению, он это должен был сказать месяца три назад. Он все правильно говорил. Мы его все поддержали. Но поздно. Очень жаль. Почему же поздно, Эмиль Яковлевич? Ну вот вы приводите пример Российской Федерации. Ну согласитесь, не каждый федеральный округ может провести референдум, может сделать другой, кроме русского языка, государственный. Никакой регион от России не может по результатам этого референдума отделиться от России. Вы это прекрасно знаете, не меньше меня. Поэтому мне кажется, вот именно то, что предлагает сейчас новая власть, это децентрализация власти. Мне кажется, это наш путь, понимаете? Это наш путь. И я так думаю, что федерализация нам не нужна. Потому что вот децентрализация власти и дача большей самостоятельности регионам, вот что, мне кажется, нас сейчас спасет. Разве не так? Я согласен с вами, что мы не далеко не Россия. В Украине значительно больше имеется свободы. Свободы слова и свободы действий. Но знаете как? Вот к чему иногда это приводит. Мы увидели, да? Потому что сейчас очень сложно. Власть должна быть сильной. Власть должна руководить. И то, что мы потеряли Крым, это, к сожалению, это страшно. Почему не было вовремя приняты меры? Ну, я не знаю, может, мне об этом не надо говорить, вы у меня не спрашиваете, но у меня... Я хотела вас спросить о Крыме, но вы меня сами опередили. Как вы вообще относитесь к событиям, тем, которые произошли в Крыму? Да ужасно. Как можно относиться, когда у страны забирают территорию? Как можно... И никаких противодействий. Я слышал, как давали интервью эти ребята, их там 20 тысяч было солдат. Им никто не дал команду защищать родину, защищать свое государство, защищать свою территорию. Вот к чему это все привело. Эмиль Яковлевич, ну все-таки давайте вернемся в Донецк. Вот еще буквально вопрос с политической плоскости. Вот все-таки как вы считаете, что власть должна сделать, чтобы успокоить регион, успокоить Донецк, успокоить людей, которые выходят на эти митинги, и вот и бурлит там вот эта вся ситуация. Вот что надо сделать местной власти сейчас Донецка и центральной власти? Как вы считаете? А скажите, пожалуйста, а кто выходит? Вы были здесь? Вы видели? Я несколько раз проезжал мимо, там стоит небольшая кучка. Ну, вы видели тоже этих, ну, я не знаю, с русскими флагами. Я не знаю, кто это, но это явно не наши люди. И почему вы так говорите, что у нас спокойно, у нас работают, у нас стремятся к объединению, стремятся к спокойной, нормальной жизни? И не понимаю, в чем обвиняется наш регион. Мы никого не обвиняем, просто ну, часто мы же получаем картинку от наших корреспондентов. Да, сейчас немножко ситуация успокоилась, но согласитесь, были же митинги и были довольно численные, особенно это происходило на выходных. Так что вот я говорю о том, что, то, что я видела. Я, конечно, лично не была в Донецке, но вы знаете, собираюсь. Да, приезжайте. У нас хорошие люди, замечательные люди, талантливые, красивые, успешные.
И я думаю, что вам понравится. Если вы не были в Донецке, давайте я вам покажу Донецк. Была, спасибо. И последний вопрос, Эмиль Яковлевич, давайте уже политику оставим в стороне. Хочу вас все-таки спросить, последний вопрос профессиональный. Мы знаем, что предыдущая власть не завершила медицинскую реформу. И понятно, что это не одного года реформа. Как вы относитесь к страховой медицине? И считаете ли вы, что страховая медицина вытянет украинскую медицину на какой-то уровень? Это без сомнения. Дело в том, что в парламенте уже несколько, я не знаю, лет или десятков лет лежит проект закона, который подготовила в том числе Татьяна Дмитриевна Бахтеева. Она председатель совета, председатель здравоохранения. И никто не принимает этот закон. Я вам скажу, это сложно. Ведь весь мир держится на страховой медицине. У нас такие примеры есть. Предприятия, работающие нормальные предприятия, которых большинство в Донбассе, я думаю, не только в Донбассе, у них есть фонд социального страхования по несчастным случаям. И мы с этим фондом работаем, мы знаем, что это такое. Если бы не этот фонд, нам было бы очень трудно. Только что-то происходит, какая-то авария, или один человек, или много страдает, мы уже знаем. И мы знаем точно, что мы получим все препараты, все оборудование. Ну, оборудования, допустим, еще нет. Но, во всяком случае, мы получим все необходимое для этого лечения. Для этих пострадавших. А остальные незащищенные люди, которые не работают, я имею в виду социально незащищенные, пенсионеры, детки, они тоже должны быть застрахованы, но за счет государства. Так делается во всем мире. За счет этого медицина развивается. Иначе у нас сейчас большие проблемы в медицине. Я вам скажу, что было когда-то постановление хотя бы о том, чтобы первые 3 дня оказания экстренной помощи, медикаментозное обеспечение было бесплатным. Но мы сейчас ничего не имеем. Поэтому страховая медицина – это то, что может спасти вообще медицину как таковую. Спасибо вам большое, Эмиль Яковлевич. Спасибо огромное за то, что вы пришли к нам в эфир, хоть вы в Донецке. Я желаю вам здоровья, вашим пациентам. Ну, а всем нам, конечно же, желаю мира. Спасибо вам огромное. Отже, я нагадую, що у нас в студії був заслужений лікар України і професор Еміль Фісталь.